есть сегодня только наши новосибирские вузы. Присутствует из 22 университетов и филиалов 16, очень большое количество бюджетных мест по инженерным специальностям и по IT-технологиям. И, конечно, эти специальности у нас в приоритете у молодежи. Очень высокая потребность в инженерных кадрах сегодня возникает у промышленных предприятий. Они предлагают очень хорошую заработную плату и готовы брать студентов даже с 3-го и 4-го курса уже к себе на работу. Я смотрю на специальности, связанные с IT. Я хочу сдавать информатику. Я хочу, конечно, пройти на бюджет. У меня большие планы уже с этим. Я занимаюсь репетиторами. По направлению мне очень нравилась экономика, поэтому я решил связать свою жизнь с этой профессией. HR-менеджмент, управление персоналом. Вообще хотелось бы на бюджет, конечно, но если мы попадем на контракт, это не так страшно, потому что хочется все-таки попасть на любимую работу. В Новосибирской области большое количество бюджетных мест, порядка 16 тысяч. Мы очень заинтересованы в том, чтобы ребята из нашего региона, получившие хорошие результаты ЕГЭ, поступали в наши вузы. Сегодня идет конкуренция не внутри даже города Новосибирска, а между столицами и между мощными промышленными центрами. По доступности образования Новосибирск – лидер среди всех вузов страны. Мы обходим такие города, как Томск и Москва. Впереди Санкт-Петербург. Сегодня для абитуриентов предложение намного больше, чем раньше. Конкуренция на рынке труда сегодня очень высокая. И говорят все о том, что сегодня именно у выпускников университетов есть возможность выбора той работы, которая ему интересна.